Всем привет, это предпродажный обзор самых распродаваемых колонок в январе. Модель называется Eltronic 1212N. Они парные, состоят из двух колонок, активные и пассивные. Одна пара у нас едет в Беларусь, Брестская область, город Барановичи. Едет компания СДЭК за наш счет. Все покупки от 10 тысяч по СНГ и России идут за наш счет. Получатель в Беларуси Александр Александрович. Вторая колонка. Вторая пара едет в Заводоуковск. Или в Заводоуковск город. Получатель у нас Ермек. Сейчас откроем обе пары, подключим их, проверим и послушаем. Первую пару я распаковал для завода Уковск. В комплекте с колонками идут два радиомикрофона, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, акустический кабель для соединения, инструкция на русском языке. Давайте соединим ее, включим, послушаем и проверим. За окном двигались без провода. Отличный звук, мягкий бас отличный, прям самый хороший звучание у них. Любая музыка на них классно звучит, плюс там есть экстрабас. Давайте проверим синий радиомикрофон. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Вот такая динамическая подсветка. Проверим оранжевый микрофон. Раз, два, три, микрофон работает. Ну еще один трек на них послушаем. Ветер унесет, унесет нас вдаль. Зарисую небо розовыми облаками. Не грусти, малыш, прыгай со мной в рай. Пусть они завидуют и кличут дураками, а мы сами творим этот мир. И ты сладкий, как газировка. Я торчу на тебе, мой эфир. Не поможет мне кодировка. Капали, капали с неба капельки, капельки колы. Ты так любила жвачки, тебя носил по приколу. Я сумасшедший, наверное, но без тебя не смогу. Я хочу тебя целовать прямо в губы.
так классно они звучат, отлично работает. Сейчас колоночки для Беларуси проверим, вместе все их запечатаем, и они завтра уже с утра поедут в компанию СДЭК за наш счет.